Ну, давай, Саша. Не чокайся. Только. А паук сказал, что мой влог будет красно-зеленым. Паук, поздоровайся, пожалуйста, с нашими подписчиками. Они тебя любят. Мы сегодня решили, что паук будет Зинаидович, а я Еленовна. Маргарита Евленовна? Евленовна? Евленовна, ёптить. Ну, какие у меня сережки. Значит, Андрей будет Андрей Зинаидович. Андрей Зинаидович, и с вами красная зелень. Матриархат даешь. Даешь матриархат? Хватит уже тут батька-архат. Давайте сделаем матриархат. Матриархат! Называйте у комментариев себя своими отчествами женскими. Представляйтесь. Ну вот, мы сегодня отсняли наш ролик про 1 мая. Благословляю тебя. Подожди, мне нужно благословить тебя вот этим галстуком. Я тебя освещаю и благословляю вот этим галстуком. А теперь сладкий стол, как сказал паук. Отмечаем. Ну, паук Зинаидович. Забыла себя уже. Давай заново записывай. Анжуха, дай поесть спокойно. Давай поешь спокойно. А буду чёрбать. Бугараши капец. Как мое сердце. Горка! Горка! Видишь, какая горка крутая. А вы что подумали? Давай поженимся. Какие у тебя качества, скажи? У меня есть самый высокий в мире начос. А у тебя? А у меня самая длинная власть. Сколько сантиметров? Это не меряется в сантиметрах, это меряется в годах. В годах. Выходи за меня, будешь варить мне борщ. На то, колени, то, Саша, на колени. К тебе, только к тебе. Хочешь быть депутатом? На этом сказка для и взрослых. И умер Леонид, где они один и счастливо. Сейчас люди подумают, что мы бухали. А это, между прочим, вода, вода. Даже чтобы не пахнет. Чтобы быть придурком, не обязательно бухать. Достаточно смотреть БТ, Озаронка и прочую наркоту и презервативы. Ну, Озаронок, так сказать, поймал ты свое счастье. Вкусная вода. Ну, ты настоящая баба земная, Маргарита. Вообще здорово. Красная желтень. Красная желтень. Красная желтень. Желтень. Красная. Новый проект. Сегодня мы приехали в гости к Маргарите Левчук. Секс, деньги, Григорий Озаренок в нашем большом интервью. Что ты снимаешь себя горизонтально? Я влог снимаю. Влог? Да. А где ты его выкладываешь? На ютубе. На ютубе? Да. Нормально, малая. Слушай, хорошо сделаешь. Я малая. Я малая. Он назвал меня малой. Как приятно, да? Мне 31, меня назвали малой. 31? Да. Молодость. Зеленость. Красная зелень! Родные, мы находимся, значит, не знаю, сколько километров от Вильнюса, у нас сейчас выступление, закрытое, корпоративное. И мы хотим вам с пауком показать, в каких условиях, значит, мы сочиняем свою новую песню, потому что у нас еще есть очень много времени для того, чтобы выйти на сцену. И мы, значит, решили сочинить песню. Вот, значит, такие условия. Мы закрылись в туалете, потому что здесь так... По-уютному домашнему, так, по-уютному домашнему, по-домашнему уютному. Я думаю, что к этому времени уже песня выйдет, поэтому это песня про пилотов. Потому что жесточайшие. Первым делом самолеты, если в этом самолете змагары. В общем, пожелать им удачи. Вы уже видели этот ролик, а мы сейчас еще будем его... Смотрите, он у нас еще рождается в таких условиях. Прямо в
туалете. Я сказала плохое слово. Обурыность. На выпускном балу, на вручении диплома в ЕГУ. Что у тебя по расшифровке было, Андрей? У тебя был такой предмет расшифровка? Очень молодец, Андрей, расшифровал правильно. Какой единый государственный эмоциональный университет? ЕГУ! Вот так вот ты думаешь, да, аббревиатура? Напишите в комментариях, как бы вы расшифровали ЕГУ. Ждем. Ну что ж, витаю вас у всех, дороженьшки, у Празе. Сегодня у меня концерт. Покажу вам, як я буду сьогодні виходити на сцену. Тут увогуле нема ніякої гримерки, тому дивіться, от яка лестниця. Крутая. Такая ж крута, як і я. І ось тут ось сцена. Ось мій піаніст. Ну що, репетиція пройшла вже, я так на пів шишечки співала. Бачите, райдер. Зараз я буду їсти, малюбати свій фейс і буду розпіватися, тому що сьогодні я вельми дренно спала щось. То жарко було, то холодно, то нещо там текст повторала і, в общем-то, не поспала сьогодні добре. Тому голос не вельми добре гучить, я зараз його буду прочинати. Буду з ним розмовляти, щоб він прочнувся і не вийожувався. Страшно, капець. Андрей Кабарна. Вельми чудовно грав у гори. Було то вельми добре. Вельми нам сподобалося. Дякуємо. Щиро дякуємо. Я просто ридала весь концерт. Я еле допела, серьезно, белорусы. Очень сложно. Это просто как пытка петь песни о своей стране в такой ужасный час. Такое ужасное время для своей страны. Рыдают все в зале, шморкают носами, и ты стоишь на сцене такой беззащитный и плачешь тоже, и тебе еще нужно при этом петь. Это очень тяжело, ребят. Но я с этим справилась, и меня трясло еще минут 10 после этого выступления, просто трясло все. И я даже первый раз сегодня разговаривала на литовском. Я говорила речь на литовском языке. Меня похвалили, сказали, что все было понятно. Фух, так, ну что, дорогие, можете меня поздравить, я переехала! Вот это все мои вещи. Их немало, как вы видите. Часть всех моих вещей находится в Минске, и я надеюсь, когда-нибудь я вернусь и буду ими всеми пользоваться. А пока это вот все мое богатство за 7 месяцев пребывания в Вильнюсе. Буду сейчас все это раскладывать, может быть, даже устрою вам такую экскурсию по своей новой квартире, но хочу показать вам самое классное, это видон, конечно же, сейчас покажу. Я считаю, это превосходно, превосходно. Каждый вечер я буду наблюдать стиль заката. Я счастлива. И устрою совсем скоро новоселье. Может быть, даже покажу, кто ко мне придет в гости. Просто шок-контент. Короче, надо будет писать во влоге 18+. Мы вообще не в курсе, что такое БДСМ в практике, но мы смотрели всякие обучающие литературу. И сегодня там... мой день начался с похода в секс-шоп. Паук хотел идти со мной, вот, но я сказала, паук, не надо, да я сама лучше схожу, потому что если вдруг нас увидят вместе, что мы идем в секс-шоп покупать что-то, то мало ли что подумают. В общем, идем сниматься. Отправь!
бейба! Тра-та-та-та! Тра-та-та-та! Тра-та-та-та-та-та-та-та! Это мое место, да. С микрофоном ты должна... У меня вот микрофон. Чупа-чупс мой микрофон. Тра-та-та-та! Тра-та-та-та! Тра-та-та-та-та-та-та-та! Что ты делаешь? Что происходит? Смотри сюда. Я сначала командир посмотри, этот вообще. Сначала посмотри, чтобы было в фокусе вот тут струны. Вот тут. Начнем с гульки. Вот такая гулька получилась. Так, ну что, сегодня у меня новоселье. Сейчас покажу вам, что тут готовила я. Вот уже сделала салатик. Надо его заправить. Сделала петрушечку, порезала укропчик. Смотрите, какую вот отбивную я приготовила. Тут пир на весь мир. Короче, неделю можно есть. Тут у нас, значит, картошечка. Томится. Всякие вкусности. Сегодня ко мне придут девчонки. Покажу вам, кто. Будем вместе с вами их встречать. Ну, а еще хочу похвастаться своими зубами. Я поставила себе лайнеры. Вы мне все писали в комментариях, что у меня такие классные зубы, белые и такие ровные, красивые, просто голливудская улыбка. Но мой доктор и я так не считаем. Поэтому я решила сделать еще круче свою улыбку, еще ровнее зубы, и через год они у меня такими и будут. А пока будете довольствоваться моими элайнерами. Короче, кто сейчас думает, тратить на это деньги или не тратить, потому что это дорого, можно тачку купить за эти деньги, я решила выбрать зубы, а не тачку. Пешком похожу. Пешком полезнее. Да и зубы ровные, это тоже приятно. Поэтому через год у меня будет красивая улыбка. А сейчас пока вот второй день учусь в них говорить, немножко шепелявлю. Болит все кругом во рту, потому что, естественно, они натирают там везде. Но доктор сказал, что это пройдет. Зато буду красивая. Ну что, пошла встречать гостей? Та-дам! С новосельем! Красотулем! Привет, заходи. Это мой первый гость. Анечка Златовская. Я первая, я успела? Да, ты первая. Потому что я сама голодная. Я голодная. Я сейчас покажу тонну своих отбивных. Ну, я вот уже смотри, тут смотри. Простите, мы люди не пьющие, поэтому берем только один резинок. Ну, я вообще-то не пью до победы. А, Аня пьет. Аня пьет ради победы. Никогда не открою эти двери этим людям. Вот этим. С новосельем. С чем приходят люди на новосельем? Белорусы приходят с бульбой. Класс. И с мясом. Проходите, Калилас. Проходите, дорогие. Поздоровайтесь с моим блогом. А меня это мокрое. Мы шли подождем. За бульбой. Кабаня, подождем. Это целое интервью я видела, что ты обожаешь мясо. Привет. Я обожаю мясо и тебя, дорогая. Заходите. Сабина мне сказала, что я должна заснять вам и показать, какая я хозяюшка. Вот, посмотрите, какая же я хозяюшка. Сабина мне сказала, будто бы я тут диктатор. Нет. Сабина диктатор, знакомьтесь. Ну, короче, вот я такая хозяюшка. И рассказывала девчонкам историю, что я сегодня отодвигала... Добби нашел носок! Я отодвигала диван, и чтобы помыть все, естественно, потому что девочки же придут на новоселье, все-таки я же хозяюшка сидела, и нашла там мужской носок. Я с Маргаритой, звездные послители, поэтому присоединяйтесь, будет весело, с ней всегда весело. И главное, мы не пьем, мы трезвые, потому что что? Потому что мы не пьем до победы. А потом, не буду я представлять! Вот так вот звезды записывают сторизы, видите? Это уже 45-й раз. Это 45-й раз уже.
Смотрите, какой красивый у нас закат. Просто феерический. А вот мои феерические подруги. Я вас всех люблю. Вот это я. Я тоже себя люблю. Вечер в хату. Золотые купола душу мою радуют. Та-ра-та-та-ра-там. А то не дождь, а то не дождь. Слезы с неба капают. Золотые купола. Та-да-ти-да-та-да-та. На груди наколоты. Только черные они. Потому что не было золотого карандаша. Маша, ты гений. Маша ответственная, нет, смотрящая, я тебя назвала, смотрящая за надшусом и смотрящая за татухами нашими. Маша, гений. Не устанавливай мое лицо. Она что-то не может установиться. Потому что что? Потому что лицо не установлено. Сейчас я смотрюсь на себя в зеркало. Ой-ё. Это фирма, мать. Это фирма. Ну, купола зачетные, конечно. Ух, сейчас звезду еще нарисуем. Ок. Ух ты ж, ёперный театр. Острел. Купола зачетные. Человечек, просто человечище. Вот этот папарацци все снимает. Это неопознанная личность. Это вот неустановленное лицо. Установи свое лицо, наконец. Вот, спаси. В общем так, солнце нам мешает сниматься. Солнце мое. Солнце, выгляни в оконце. Вот мы уже придумываем тут. Помогает нам все змагары делать этот видос. Все змагары. 3 часа уже подготавливаемся к съемкам. Вот вы смотрите ролик там на 2-3 минуты, а мы тут, блин, 3 часа только подготовка, 2 часа снимаем, потом шик-шик-шик. Наконец-то теперь у меня не будет солнца. Вот в таких вот условиях приходится работать. Ну вообще... Мне за вредность молоко надо выдавать. Опера. Купола. Звезда. Звезда в шоке. Вы чё там, мерзотнички? Попутали гали? Попутали берега? Смотрите нас в ютубе, ставьте лайки, пишите комментарии. Иначе маргалы выколю, пасть порву, вместо ног спицы вставлю. Ну что ж, закончили снимать. Я чуть было вот так вот не пошла. Забыла, что у меня купола, и вот уже все нарисовано. Сейчас буду это все отмывать. Ну так красиво, господи. Оставила бы просто. Просто как Моргенштерн. Как его там? Моргенштерн? Ну что ж, друзья, я нахожусь в гримерке Литовского национального театра оперы и балета. Сегодня будут про меня снимать фильм. Про меня, обо мне, не знаю. Как правильно, напишите в комментариях. Обо мне или про меня? В общем-то, сейчас пойду на грим. Красиво. Желтым платьем. Пашка, идем на перерыв кушать. Сейчас вам покажем нашу столовку. Здесь, кстати, очень вкусно кормят. Покажу сейчас вам еду. Привет. Подожди, курики. Соус чуть-чуть. Можно чуть-чуть, да. Смотрите, мне показали дом, где жил
Григорий Романович Ширма. Кто не знает, Брестский музыкальный колледж носит имя Григория Романовича Ширма. И я его закончила, этот колледж. Вот тут он жил, в этом домике. Сними мой подбородок. Я похожа на кровоносого? Мне кажется, одно лицо. Я сейчас вам передам заряд бодрости. Ноти! Я батька. Паук сказал, что он очень счастливо выглядит, потому что в грудях дивы. Потому что в грудях дивы. А вон твоя красотка, посмотри, какая. Немножечко на памятник похожа. Многодетная мать. Многодетная мать семи детей. Семи? Семи пядей. Многодетная мать, я батька. Давай, смертельный номер, паук. Смертельный номер. Сейчас будем кормить вот этих красавцев мороженым. Я батька. Свинья, ну, пробивает дно. Я батька. Гитлер. Ой, накормили, хоть поела. Пропагандистка. Дайте катать. Дякую тракторам, горелке, бане и, конечно же, сырам. Максимум уважения. Вот такие вот дурные. Я батьки, давай чокнемся. За победу. Гитлер, капут. Значит, съемка наша сегодня заканчивается вот так. Посмотрите. Наш флаг красно-зеленый, ярко колосик. Это сделал паук. Инсталляция называется «Красная зелень». Только, 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 только. Вообще-то девочки уже посмотрели мой новый худи. Новый надо выключать срочно камеру.